Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем проходить зомби-войну. Так, давайте возьмем с вами коктейль Молотова вместо дровосека, наверное, да? Я думаю, это будет лучший вариант для данной миссии. И, пожалуй... Да, кстати, надо будет взять нам с вами полицейского с дробовиком и заменим на который с УЗИ. Все, вот так вот пойдем этим составом. 56-я миссия у нас. Давайте пробовать. Ага, здесь у нас, значит, слабаки к огнестрелу стоят, так что дробаш здесь будет как раз кстати. А вот этот вот поганец меня нервирует, если честно, который бежит. Сейчас мы его ухоркали. Так, и мне нужен как можно скорее с дробовиком полицейский. Ай-яй-яй-яй-яй, долго ждать придется мне, конечно. Ну что ж ты. Ёлки ты палки, бегут. Давайте тогда вызовем пожарника. Пускай он займется этими сосунками. Довольно неплохо он справился. А теперь вызываем полицейского. Ну что же, вроде бы пока все под контролем. Оу, только не это, барышня. Сгинь. Отлично, поджигаем. Да что ты будешь делать? Ты посмотри, а? Бегут, ну стреляй давай. Отлично, блин. Ладно, хорошо. Давай, иди, Марина, бомби. Так, пожарник взрывается, это понятно. Этот загорается. Все отлично, пока полицейский тут подошел. Давай, Марина, быстро его бомби. Пожарник тебе, как говорится, в помощь. Главное, чтобы он не бил автобус. Поджигаем. Сейчас эти ребята тут натворят делов, я чувствую. Так, Марина, давай прикрывай. Отлично. Все пока хорошо у нас. Так, полицейский с дробовиком. Надеюсь, сейчас он здесь начнет давать всем жару. Да что ты будешь делать? Эти барышни уже надоели, если честно говоря. Так. Все, пока под контролем. Мы уже разбиваем баррикаду. Ну куда вы прете, а? Так, и теперь только остается разбить баррикаду. В принципе, и все на этом, да? Если какие-нибудь чудики сейчас опять не прибегут. Шикарно. Да, ребята, мы проходим с вами эту миссию. Все было довольно напряженно, но тем не менее прошли. И продвигаемся с вами дальше, естественно. Так, что же нас ждет? А, мы открыли еще карту. Ух ты. Да, жалко, конечно, что очень мало горючки. Ну что ж, ладно. Ну что, ребята, продолжаем. Продолжаем с вами проходить. Так, давайте попробуем испытание 3 и пройти ее с 3 звездами. Как вы видели, там 2 звезды, меня это не устраивает. Вау-вау-вау-вау, псина, псина, куда? Ну-ка, иди отсюда. Так, давайте, давайте. Мне желательно бы, конечно, коктейль Молотова, но его не дождаться. Давайте взорвем тут их всех к ядрене фене. Отлично получилось. Давайте бочку. Горите, псы. Нечего бежать к моему автобусу. Ау! Нет, молодец, шериф хорошо сработал. Так, у меня, если что, есть пулемет. Так что все пока под контролем. Давайте, наверное, бомбанем разочек, да? Вот сейчас. Так, отлично. Все как нельзя хорошо. Теперь просто разбиваем с вами баррикаду. Я надеюсь, что мимо нас уже никто не пройдет и не пробежит. Да, ребята. Вот, в принципе... Ух, еще и бонус получил. Вот мы и прошли 3 испытание с 3 звездами. Ну что же, отлично. Меня это радует. Очень даже все вышло хорошо. И... Так, скоро, ребят, 10 уровень я получу. Так, здесь у нас... Блин, все пройдено с 3 звездами. И я должен, по идее, забрать сундук. Вот так вот. И что же мне из него выпадет? Давайте откроем. Оу.
Ну что же, довольно неплохо, я считаю. Ну что, тогда давайте выбирать 63-ю миссию. Почему бы и нет? Попробуем ее пройти. Так, здесь у нас Охламон стоит, да? И бегун бежит. Вот этого мне не надо как раз. Блин, придется вызывать полицейского с электрошоком. Много бомби его, отлично. Так, Охламон рванул. Так, мы его стопорим. Оу, тут еще и шокеры вышли. И жиртрясы. Ну, я надеюсь, у меня УЗИ покажет, где раки зимуют. Так. Долго у него, конечно, идет перезарядка, меня это нервирует. Да давай ты бомби. Блин, приходится вот так делать, ребят. Ну, а что поделаешь? Как бы я не хотел, отлично, храбрость есть. Давайте-ка, сейчас мы тут гранаточку бросим в толпу эту. Бам, отлично. Так, генератор установлен. Сейчас мы... Наша задача здесь как можно быстрее набрать. Кидаем гранату. Блин, мимо. Мимо граната пролетела. Ёлки-палки, а. Надо было чуть-чуть пораньше ее бросить. Так, давай, УЗИ, выходи. Нормуль. Давай вот этих вот ватников расстреливаем. Все, нормально. Самая проблема здесь, это вот эти толстяки, ребята. Вот толстые, которые гнилоруки, я их так называю. Так, ну я надеюсь, САП сейчас тут нам облегчит немножко ситуацию. Все-таки и крит проходит, и скорость повышается у моих солдат. Так, гранадир. Да, придется, наверное, нам... А, вообще-то, подождите, ребят. Давайте используем с вами пулеметчик, наверное, подождите. Да, вот эти вот толстяки подходят, надо расстреливать их. Давай, шериф, бомби. Отлично. Ну что же, пробиваем баррикаду. И проходим эту миссию. 63-й уровень пройден с 3 звездами. Очень даже хорошо. Так, что у нас там дальше-то идет? Открываем карту. Ага, вот оно что. И здесь у нас легко 65-я миссия. И приступаем к ней. А это еще что за зомбари? Появляется на кладбище из-под земли, крепче обычного скелета. Ага, черные скелеты их звать. Так, пожиратель трупов идет. Ну давай. Давайте тогда гренадира. Кидаем гранатку как раз в эту толпу. Опа. А вот этого вот нельзя допускать. Иди отсюда, нечего тебе здесь делать. Получи. Отлично. Давайте еще гранату бросим. Куда я ее бросил? Ума не приложу. Зачем она там нужна была? Так, ладно. Полицейский-то там у меня раздухарился, да? Ай, погиб. Немножечко не хватило. Да, против вот этих вот бегунов, которые в шлемах, неэффективен огнестрел. Поэтому лучше рукопашку брать. В гренадере в чем преимущество, ребята? У него есть граната, и он все-таки в ближнем бою тоже довольно неплохо бьет. Почему я его и приобрел. Давайте вызываем САПа для ускорения и крита наших всех действий. А мы еще настоечку выпили. Сейчас вообще будем тут просто всех бомбить. По-черному так храбрость появилась. Давайте гренадира вызовем. Сейчас я брошу туда гранату, естественно. Вот так, отлично. Этого говнюка мелкого нельзя пропускать. Ай-яй-яй-яй-яй, он сейчас убьет мне САПа, да? Нет. Не хватило ему духу. Так, давайте. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, в принципе, пока довольно неплохо все идет. Гренадир выходит. Успеем? Нет, мы с вами сломать? Да, наверное, нет. Эти помешают. Так, давай, УЗИ. Ты как раз под САПом сейчас будешь так жарить, что мам не горит. Ну что, пробиваем, ребята, мы баррикаду и проходим эту миссию. 65-я, легко, 3 звезды. Просто шикарно. Ну что ж, давайте тогда следующую будем брать. Какая у нас там открывается?
Ага, тут еще за бензинчик можно открыть. Давайте-ка сделаем это дело. Еще можно пооткрывать. Опа-на, ребята, мы получили с вами 10 уровень. И порох нам дали. Это очень хорошо. Так, что у нас тут? Мы можем с вами немножечко апгрейдиться. Но вот только что. Давайте, наверное, с вами... Нет, сапа мы не будем. Давайте гренадира. Он, мне кажется, у нас сейчас как основной идет. Поэтому самое то. Ну, в принципе, денег у меня больше ни на что не хватает. Бочки всякие я улучшать не хочу. Ну, давайте определимся с миссией. 66-я, 64-я, 62-я. Давайте тогда 64-ю, да? Она у нас идет как нормальная. Попробуем. И встречает нас тут зомби-пожарник. Хорошо, он у нас взрывоопасный. Так что если мы его... Оу, только не некромант. Ёлки-палки. Бафер пришел. Ну, давайте тогда мы попробуем в кучу туда бомбануть. Отлично. Да взрывайся ты давай. Пока все хорошо. Блин, ну мы и сами, конечно, взорвались. Но, тем не менее, ряды мы им подчистили. Так, давайте вызываем пожарника, так как тут везде огонь. Чтоб мы не сгорели лишний раз. Так, полицейского я пока не буду вызывать. А вот этого вызовем обязательно. Гренадир тут у нас сейчас в данный момент просто рулит. Бам, отлично. Так, и что? Давайте поставим генератор. Сап у меня вышел, хорошо. Сейчас у меня тут воины будут просто всех рвать. Давай, Узи, стреляй. Мне приходится, ребята, тратить бонусы, чтобы получить дополнительную храбрость. Вот, сейчас мы туда гранатку-то и бросим. Да, не тот эффект немножко, ну да ладно. Так, пока все под контролем, ребята. Сильно не переживаю. Ёлки-палки, не успел кинуть гранату, конечно. Ну давай, давай этого пожарника. Все, бьем баррикаду уже, ребята. О, целая толпушка бежит. Ну-ка, давайте, наверное, туда гранаточку бросим им. Вот так вот. У пожарника что хорошо, что не тратятся жизни, когда граната рядом взрывается. Ну и, соответственно, ему пофиг на огонь. Ну что, ребята, мы проходим с вами эту миссию 64-ю, с тремя звездами причем. Вот я раздухарился-то, а. Одну за одной сейчас стал проходить. Открывается у нас карта еще, да? Ух ты, и дополнительная миссия нам открылась. Так, с какой начнем-то? Так, это сложно. Давайте вот эту вот. 66-я, нормально. Так, а это что такое еще? Призывает скелетов вокруг себя. Некромастер. Ну, некромант, короче. Понятно. Ай, бегуны, бегуны, а. Да не, шериф, ты тут ничего не сделаешь. У него защита к огнестрелу. А вот эти ребята плохие, очень плохие, потому что они... Оу, тихо, 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 давай, пожарник. Ну, что ты стоишь, так долго думаешь? Ай, храбрость есть. Давайте, наверное, вот так, гренадира, да, сейчас в толпу в эту бросаем гранату. Мало, мало у меня пока храбрости. Боюсь, что здесь я проиграл. Да, их тут слишком много. К сожалению, не получилось у меня пройти. Но я еще разок хочу попробовать. Немножко не ту тактику я выбрал. Сейчас немножко переиграем все. Так, давайте вызывать с вами вот так вот гренадира. Он сейчас закумарит этих. И сразу бросаем, ребята, гранатку. Вот туда, в эту толпу. Пожарник здесь должен разобраться. Так, молодцы, ребята. Проблема в том, что эти скелеты постоянно вылазят, понимаете? Тихо, тихо, куда разогнались? А, ну они горят. Хорошо, сейчас они здесь и полягут. Рядом с автобусом. Но, тем не менее, хорошо они тут покоцали. Так, опять эта чувырла вылетела, которая призывает
зомбарей. Ну что, я думаю, что должны, по идее, пройти. Эй-эй-эй-эй-эй, только бы этот не успел добежать. Вот так. Все, ребята, шикарно. Ну, не три звезды, зато прошли. Миссия 66 завершена. И что у нас тут далее по программе дня? Открываем карту, естественно. Ух ты! Еще одну миссию нам дали. Ну, это великолепно просто. 67-я сложная. Тоже. Ладно, давайте тогда определимся. Нет, это я пока не хочу проходить. А здесь тоже неохота. Давайте, наверное, вот эту, да? Ну, я думаю, да. Сложная, но тем не менее, я думаю, должны пройти. Ну, по крайней мере, постараться. Пока выжидаем, ребята, копим храбрость. Опять вы, ну что ты будешь делать? Как вот они меня раздражают. Они сами-то по себе ватные, но огнестрел их не берет. Отлично, о, храбрость выпала. Естественно, у нас идет гренадир. Опять эти бабы здесь, елки-палки, а. Отлично, все пока хорошо срабатывает. Сейчас будет взрыв. Ай-яй-яй-яй-яй. Все. Гренадир у меня погиб. Ну давай, Узи, бомби по ним. Это как раз для тебя цели. Ну, что-то ты вообще ватненько, если честно. Ты дольше перезаряжаешься, чем стреляешь. Опять бегун бежит. Ёлки-палки. Ну, давай, накумарь его. Малорик. Давайте генератор поставим. Вдвоем упали. Как бы не было того, что они сейчас тут рядом встанут. Так, слушай, слушай, тихо, баба. Ё-моё, пробежала все-таки. Ай, покоцала она мне, конечно, автобус. Давай, Узи. Да, три звезды нам, конечно, уже не светит. Но давайте хотя бы пройдем. Гранаточку обязательно туда, прям вот здесь, я думаю. Блин, то недолет, то перелет. Как мне вот это вот бесит, если честно, а? Никак не могу с дистанции с этой определиться. Тихо, горит, горит. Сейчас рассыпется, все, отлично. Сап, не лезь туда, блин. Хорошо, что он начал в зомбаря стрелять. Так бы в огонь влез и начал бы гореть. Стерва, а. Так, если что, я, ребята, гранату-то туда. Вот так вот. Ха-ха. Блин, да что ж такое-то. Сап, ты рядом стоишь. Ай, погибли все. Слушайте, я боюсь, мы можем здесь не затащить эту каточку. Так, бежит бегун. Да твои пули бесполезны против него. Блин. Давай, гренадир, отдубайся его. Шикарно. Так, бросаю туда гранату. Опа, блин, а че он девчину-то эту не подбил? Ну. Так, теперь мне срочно нужен ближний бой, чтобы пробивать баррикаду. Так, да что ты будешь? Один за одним встает, а? Все, давай, давай, уже времени. Сколько там? 13 секунд. Блин, успеем, нет? Да должны, должны успеть. Ну как так-то? Ну, есть, ребята. Есть, прошли мы 62 уровень. Хорошо. Продолжаем. Так, что? Что нам выбрать? Так, открыли немножко карты. Ага, за бензин можно еще приоткрыть. И все, да, значит? 58-я, 68-я. А это у нас 67-я. Естественно, выбираем ее, потому что она 67-я. Нам же не 68-ю проходить, так ведь? Так, я смотрю, у нас там поджидает два полицейских. Зомби, естественно. Так, пока никто не бежит. Давайте, наверное, вызовем гренадира. Можно было бы, конечно, и пожарника, но гренадир сейчас гранату бомбанет. Вот так вот, все-таки и поджег их, и достаточно хороший урон нанес им. Давайте, горите. Так, Узи я призвал специально для толстячка.
Но он, естественно, стреляет по ближней цели, а это у нас полицейские. Ну, а они у нас, как известно, крепки к огнестрелу. Так, давайте вызовем пожарничка. Потому что он в ближнем бою, сами прекрасно знаете, довольно неплохо орудует. И я сейчас кину туда очередную гранату. Нате, выкусите. Поджог, поджог, горят. Вот хорошо, что пожарнику ничего не страшно в плане огня. Я его немножко усилил для того, чтобы он там хоть бомбил в ближнем бою довольно прилично. Так что он как бы сейчас у меня такой достаточно крепенький мужичок. Да. Ладно, как скажете. Давайте туда сейчас еще раз гранату бомбанем. Опа-на. И они, ну не все, но большинство там горит. Сейчас этот токсический опять же взорвется. Наносит повреждения своим. Ну и моим, конечно, тоже. Так, небольшая зачистка сделана шерифом. Ёлки-палки, что-то уж больно плотной стеной они идут. Я не знаю, как мы будем здесь пробиваться с вами. Ну, вроде бы все нормально идет. Так, давай, 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 давай. Как раз вы под усилением от сапа. Вы должны тут моментально у меня все пройти. Граната. Полетела. Кого-то там взорвало. А, там, наверное, токсический стоял. Блин, ну что такое? Неужели не пройду, а? Так, граната полетела. Нормуль. Я не вижу. Кого-то баррикаду-то мы бьем, нет? А, вот только сейчас мы ее начали разбирать. Да. Ну смотрите, у меня два сапа плюс УЗИ. Сейчас довольно неплохо они будут бомбить. Я еще сейчас туда гранату кидану. Так, 30 секунд, ребята, осталось. Все, пулемет запускаем. И надеюсь, сейчас они пробьют все-таки баррикаду эту. Ну-ну-ну-ну, давайте, ребята, ну что ж вы. Ёлки-палки. Отлично, пробили. 67-я миссия пройдена с 3 звездами. Великолепно. Лучшего даже и не ожидал я. Открываем карту. Ух ты, тут можно за бензин пооткрывать еще. Причем довольно прилично. Угу. Ну, хотелось бы верить, что у меня сейчас получится. Ладно, мы сейчас ждем. Я прекрасно знаю, что они побегут. И мне нужен... Кто же мне нужен-то, ребята? Мне, наверное, скорее всего, пожарник здесь больше пригодится, чем гренадир. Так, давай-давай-давай, подбегай, подбегай. Так, пожарник у меня вышел. Начинает колбасить. Так, гренадир сейчас, если мы гранату туда бросим. Ну-ка. Вот так вот, шикарно. Получилось очень хорошо. Девчонка попала, как вы видели, под обстрел. Ну, давай-давай-давай, УЗИ, ну старайся. Ну что ты, блин, вот со своими этими перезарядками не вовремя. Так, а теперь нужно нам... Давай-давай-давай, быстрее, ну... Копись, как долго копится храбрость, а, ребята, на самом деле, я вам говорю. Прям вот, генератор нам нужен обязательно. Ай-яй-яй-яй-яй. Бегуны бегут, горите. И никто не попал в огонь, ну как так-то? Так, отлично. Блин, у автобуса мало хп. Неужели опять не затащу? Да нет, должен. Тихо, успокойся. Выжил все-таки, выжил малорик. Гренадир, на тебя вся надежда. Ай, он у меня загорелся, да? Черт тебя подери. Жалко, жалко, конечно. Ну что, пожарник, давай бомби. Уж тогда. Не будь лапшой. Отличненько. Так, давайте вызываем сапа. Ну что ты там махаешь, стреляй давай. Вот, пошло дело. Так, полицейский побежал. Вот так вот. Храбрость. Давайте вызовем пожарника. Сейчас нам нужен ближний бой, ребята. Да успокойтесь вы, а. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри, что делает, а.
всех моих этих огнестрелов побила. И сапа, и СУЗИ. Кидаю гранату. Вот так вот. Ну, неужели мой пожар... Нет, выжил все-таки. Давай, давай, давай. Так, если что, у меня есть пулеметчик. Вот они бегут. Давай, стреляем. Отлично. Так, через 30 секунд пойдет волна. Ну, я должен пройти, успеть. Вот так вот. Все. Все, тут их уже ничего не спасет, ребята. И... Отлично. Пройдено. 68-я миссия у нас завершена. Жаль, конечно, что не с тремя звездами. Так, открыли немного карты. Нам еще одна миссия открылась. Нормально, 69-я. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут. Так, зомби-солдаты, значит, стоят. Мы, естественно, пока ничего не будем делать. Ага, вышел бафер. И солдаты бегут. Ну что же, давайте тогда гренадира. Сейчас мы туда гранатку им забамбахаем. Ай-яй-яй-яй. Немножко не туда. Немножечко, конечно, не туда. Он попал ей. Но, тем не менее, это дает нам хоть какое-то небольшое преимущество. Погиб. Все-таки он погиб. Вот эти солдаты очень слабы к огнестрелу. Но, как вы видите, они почти бессмертные. Они падают, тут же сразу встают. Поэтому тут нужно очень быстро нам сейчас с вами это дело решать. Давай, гренадир, пошел. Кидаем гранату в эту шаблу. Отличненько. Так, этого добиваем. Ах ты, елки-палки. Вот сейчас бы еще бы гранаточка была бы. Я бы обязательно, бы, конечно, бы ее бросил. Но не сейчас. Сейчас от нее, естественно, толку было мало. Так, два УЗИ. Ну, я надеюсь, они пока сдержат вот эту вот толпу. Хотя у них две полоски ХП, как вы видите. Потому что бафер их бафает постоянно. С каждым пыхом со своим. Ну. А, вот, сап сделал все-таки свое дело. Слушайте, ребята, тут что-то как-то все... Достаточно плохо для меня идет. Они меня притесняют уже. Так, граната сработала отлично. Ну давай, 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 давай. Отлично, все. И вот если мы сейчас эту пробиваем, гранату, естественно, бросаем. Вот почему так, а? Когда бросаешь ее, она взрывается. И после нее обязательно выходит чудо. Давай, пулеметчик. И... Ну, вся толпа побежала быстро к баррикаде. Не надо только тупить. Ну, отлично, ребята. И мы прошли с вами 69-ю миссию. Ну, а на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих сериях. И будем дальше продолжать проходить эту замечательную игру. А на этом все. Всем пока. До скорых встреч.